сегодня я обязательно хотел бы спеть что-нибудь из репертуара этого ансамбля, с которым у меня связана огромная часть моей жизни. Ну, 15 лет, как бы, таких плотных, а группе вообще 25. Поэтому я не знаю, ко двору это придется или нет, но я без этого не могу, это должно быть обязательно. Потому что мне предлагают, напиши книгу. Я напишу книгу, как это вообще, ну, надиктовать я еще могу. Но я не могу вспомнить подробностей, столько было всего, причем помнится только хорошее. И в прошлом году вновь избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приехал в Москву с шоу «Мисс Мира», а мы с ним в 90-х, там было дело, зажгли, когда он еще был Трамп, тот Трамп, а мы пара Горького, как бы там, ну, в общем, в его Трамп-плаза в этой. И представляете себе, после шоу банкет, и я к нему подхожу и так стою, на него смотрю, он так стоит и говорит: «Биг Саша». Меня так звали тогда, Биг Саша. Потому что был Литл Саша, который на барабанах играл. Я говорю: «Есть, сэр». Он говорит: «А где волосы?» Я чуть не сказал: «Где ваши?» Ну, потому что время-то прошло много. Я говорю: «Ну, вот так вот, седые, уже такие сяки». И он мне тогда сказал, что, я говорю: «Как у вас дела?» Он говорит: «Вообще супер, на следующий год, в следующем году, я не могу ничего рассказывать, но в следующем году ты узнаешь, как дела». Вовочек. Давайте его поздравим. Хороший мужик, правда. Дай Бог ему здоровья и все хорошее. Итак, Парк Горького.